Соревнования проводились по правилам уличного баскетбола, игра в одну корзину по 3 баскетболиста в команде. В каждой из возрастных групп по несколько команд-фаворитов. Уровень, конечно, с каждым годом растет. Соперники достойные. Но у нас тоже брачка сегодня, я считаю, хорошая. Должны побороться за тройку лидеров. В самой младшей возрастной группе одна из фаворитов – команда «Фанта». Ее лидеру Лере Букаревой 11 лет, и это первое ее соревнование. Несмотря на предстартовое волнение, первую игру она провела спокойно и уверенно. Легко, даже не трудно было. Не так легко прошла первая игра у прошлогодних призеров из команды «Надежда». В стартовой игре им противостояла команда «People's Park». Прошла напряженно первое время, но потом втянулись в игру, размялись, мяч полетел, смогли вырвать поле. Основная цель – популяризация баскетбола и привлечение дворовых команд. Однако, как отмечают организаторы, таких команд здесь меньшинство. Играют в основном баскетболисты. Очень жалко, что вот эти дворовые инструкторы у нас все в отпуске. И мало дворовых команд. Ну, они есть, конечно. А уровень у нас, детский уровень в республике очень хороший. И все же турнир удался, отмечают организаторы. Призеры и победители награждены кубками и медалями. И ровно через год сойдутся вновь в борьбе за звание сильнейшей дворовой команды Улан-Удэ. Батыр Ламбаев, Аркадий Амбуев. Новости дня.